Всем привет, меня зовут Наталья, и сегодня на канале Максимум Ди видео о том, как сплести вот такой яркий, классный, широкий браслет, который назовем плетенка. И давайте же посмотрим, что для него понадобится. Для плетения такого браслета нам понадобится 4 вот таких вот заготовочки. Это браслеты рыбий хвост, сплетенные уже мной заранее. Каждый из них содержит 55 резиночек. Я сделала зеленый, синий, розовый и желтый. Зафиксировала конец клипса застежкой, чтобы они не распустились. И нам понадобится станочек, или точнее его 4 столбика, чтобы зафиксировать наши заготовки. Если у вас нет станочка, возможно, вы придумаете что-то из подручных средств. Итак, давайте начнем. Нам понадобится найти начало нашего браслета, начальную резиночку, обе ее части, и накинуть на столбик. Каждый браслетик, каждую заготовочку накидываем начальной резиночкой на один столбик. И желтенький. Готово. И теперь мы начинаем плести. Это будет у нас коса из 4 прядей, но в данном случае это будет коса из 4 браслетов рыбий хвост. Итак, начинаем мы с левой стороны. Для этого мы зелененький наш браслетик кладем сверху на синенький, под розовый и на желтый. Вот таким образом подтягиваем. И теперь снова начинаем слева, уже с синего браслета. Накидываем его на розовый, под желтый и на последний зеленый. Теперь розовый у нас пошел. На желтый выложим, под зеленый и на синенький. Теперь у нас оказался желтенький с левой стороны. Снова накидываем его на зеленый, под синий. И так проплетаем мы до конца длины нашего браслета. Готово. Осталось лишь соединить наш браслет, но так как мы не можем бросить наши концы, мы их, чтобы все не расплелось, накинем крайнюю резиночку, на которой наша застежка, на крючок. Оставив только один левый. Зафиксировав таким образом наши концы браслета, мы будем соединять. Зелененький самый крайний мы соединяем с левым крайним. И можно его уже даже снять со столбика. Затем следующий у меня синенький. Также соединяем начальную и последнюю резиночки, затем розовый соединяем и снимаем, и последний желтый. Снимаем с крючка и цепляем на
начальную резиночку желтую. И у нас уже готов получается наш браслетик. Можно немножко его так вот посвободнее сделать, чтобы он выровнялся. Вот такой браслетик у нас получился. Надеюсь, вам понравился наш видеоурок. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на новые видеоуроки. Всем удачного плетения. Пока!